Боже, милостью будем и грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного. Милуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу Преснобоженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего истину Серафим, без исления Бога, Слово рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благо вести человека любит. Аминь. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя. Да не осужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блаже, ангельскую песнь попием Те сильный. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигни Иси, Господи, ум мой просвети, и сердцу с нема и отверзивай, же петь Те, Святая Троица. Свят, свят, свят Иси Божия, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят Иси Божия, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне роя Твоя благость и долготерпение, не прогнелся во мне ленивого и грешного, не погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбцем еси обычный, и в нечаянии лежащего воздвигом я еси. Мое же утренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горящие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, синий вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небеса Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники воды, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, и избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С Тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои.
ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху мне повинуется мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду, потомству его вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многих в щедротах и неизреченных в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты, Бог мой, Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится, Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, чрево матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда и веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего уныние, забвение,
неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые, хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. И избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила из тебя Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего Христа, Господи, не оставь нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнорея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Олипия, Андрея, Максима, Владимира, диакона Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И высшие священнослужители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священника, как угодно тебе, смири власти и воинства их, и наведи страх твой на них, и через них наведи помоги церкви твоей, вопиющих тебе, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Чтобы знали они, что над ними есть Ты, Царь царствующих, и Господь господствующих, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пошли добрых жителей, знающих Тебя, любящих послушание Слова Твоего. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, их Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Алику. И расширь пределы общей, найди новые души. Побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их Валентину, Алексея, Валентину, Надежду. Дмитрий, Олега, Алексея, Александр. Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Возри на врагов наших, закрой их лживые уста, вредящие делу Твоему. И в судный день не вмени им их безумие, и примири их с нами. Благослови благодетелей наших, Елену, Евгения, Наталья, Максима, Владимира. Простри руку Твою на исцеление болящих, облегчих страдания, Сергея, Алексея, Александра, Анну, Игоря, Тамару, Василию, Акилину,
Александр, Валентина, Валентина. Благодарю Тебя, Господи, за болезни и за здоровье, за друзей и за врагов, и во все свое время окажется полезным. Слава Тебе! Сохрани наше это сокровище, сайты, форумы, что есть для пользы многих людей, трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольги, Василия, Сергея. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, путешествующих, Раису, Льва, отступников Николая, Михаила, найди и всех их, ты знаешь. Слава Тебе, Боже наш, за все Твои милости и щедроты. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека на земле, который, живя, не погрешил бы. Простим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное, сотвори новопредставленную любовь, болящую Людмилу, Вадима. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Абба, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от опасности видимых и невидимых, и только вечность откроет это. И не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье, Сергею и Гавриилу. Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, Петр и Павел,
Евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарит Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание зверя. Даруй добрую веру Анфиму, Вениамину и усташи родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Феодосий, Корнилий, Иов Пощаевский, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замыслы еретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник Юния, Киприан и Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания, избави от непокорства Галину, семейство ее, Евгению, Надежда, Светлану, Марию, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Елену, Галину, Иоанну, и нас помилуй милости Твоей ради, и защити место сие, да чуждо не могли приблизиться к нему. Аллилуйя! И сохрани правителей наших и всего мира от покушения на них. Не отпусти их из жизни без покаяния, дабы издавали мудрые законы и не препятствовали проповеди Твоей. Аллилуйя! Прими, Господи, молитву наше воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини, Владыка, молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любонащаля, празднословия, серебролюбия, не дожми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и люби, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, помилуй меня. Господи, прости мои согрешения. Боже, будь милостив ко мне грешному. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, которые мне счастла. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, милосердный. Благодарю Тебя, Господи, Боже наш, за жертву Твою голгофскую, за страдания Твои, за кровь Твою пролитую. Ибо кровь Твоя очищает человека от всякого греха. За веру святую, дарованную Тобою. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости и помилуй мои согрешения, сотворенные в ведении и неведении, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни моей. Прости, яко благ еси и человеколюбец. Аминь. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. А всем доброе утро. Приглашайте своих друзей, близких на молитву. Это не всегда будет возможность такая. Мы сейчас отключим вас, пока тут ставят, ибо мы озвучиваем наши занятия, которые в Потеряевке вел я с 91 года, когда с 14 мая начали Потеряевку восстанавливать. Это наше поселение, которое исчезло в 72 году, и через 20 лет вернулся первый поселенец, мой брат, отец Аким, пришел пешком с разъезда, выпустил курочек, которых привез. На следующий день купили корову. Дальше лопату взяли и стали копать землю. Вот так восстанавливалось наше поселение. Так строилась Россия. Как Хабаров шел до самого Хабаровска. Не только с винтовками шли. А сегодня, сейчас намного цифра тоже устаревшая. Больше 21 тысячи поселений исчезло в России. То есть по безопасности, по пище, страна уязвимая, как в Японии, там самые маленькие участки рис сажает, и государство помогает. Если все откажутся помогать, с голоду не умрем. А у нас так, разные там гриппы придумали, куриные, свиные, все поуничтожили, и только смотрят, кто откуда привезут, вот эти нормы устанавливают. Своего-то ничего, считай, нету. Задушили фермеров, разворовали все. Разве можно так жить? А вот стали маленькую деревеньку взяли, и другой порядок, свой устав. На территории деревни нельзя курить. Везде надписи «На территории деревни». В брюках, если даже идет женщина, ее остановить, если приезжая. Или дать переодеться, или чтобы залезла в машину. Это уже труд, ты все время видишь, как это надо. Восстанавливается на старинных, благочестивых, православных, русских обычаях. Мужчины все с поясами, рубашки на выпуск, не заправлены брюки по немецкой форме. Женщины, самые маленькие девочки, на улице не появляются даже без платка, чтобы были покрыты. Покров говорит, что ее готовят к тому, чтобы она подчинялась, власть была над ней. Я просто вступление небольшое сделаю к этому. Сколько было бунта, всего. Но Бог делает так, что такие непослушные люди, они приезжают и уезжают. А когда Потеряевки стать большой, это Бог знает. Где-то что-то зашевелится на окраинах, и мы знаем, люди из городов потекут. В городе-то ничего нету. Перекрыли, электричества нету, и туалета нету. Нижние этажи завалятся тем, что сверху идет. Никакие заглушки не задержат. Сегодня говорят, что пробки из Москвы будут примерно 130 километров. И уже советы везде в интернете дают. Человек по 150 объединяется, огораживается, чтобы всегда была охрана. За пищу будут смертно драться. А это деревня, все свое, картошка, колодец свой.
Электричества нет, воды нету в городе, что будешь делать? Не идут. А почему? Пришел на боковую, ни за чего не отвечать. Путин виноват. Это он виноват. А мы нигде не виноваты. Да разве можно так жить? Что он за нами будет смотреть? Как нам во дворе убирать? В деревне-то человек все своими руками делает. Купили спички-то. Ну, даже спичек нету. Можно от угольков прожечь. В городе-то не дай электричество. И все засохло, застыло. Не сварить ничего. Ну, вообще ничего нету. Ни воды, ни... Все, холодильники-то на один день не хватит. А в деревне всегда есть, даже фермер, пшеница, рушилку купил. Сделать у меня брат делал, так старые чугуны разбил, в деревяшки вбил. Они друг друга задевают, крутят, и уже можно распарить, ребятишек накормить. Какие-то травы собирают. Другие старые пни там гнилые толкли, ели. Это вот сейчас за этим я отключу вас, а потом включу, и мы будем... озвучивать те занятия, которые я вел, тематически. Что бы ни случилось, я сразу объясняю. Я был на операции, наркоз. Приехали гости, значит, гости. Земли дали, земля. И таких тем сохранилось, записал Игорь Барабаш, староста деревни нашей. Ну, не оборвано, это проповеди. 123. Это я на улице проводил. Я еще не был чтецом, в храме нельзя было говорить. У меня проповеди-то они... Ну, так только называют проповеди. Я там написал стихотворение. Я не поэт, но я люблю Господа и люблю Библию. Каждое стихотворение у меня, их 3467. И сейчас считать тут будут еще. 3467. И все по 9 четырехстрочных куплетов. 36 строчек. И напротив каждой строчки выставлял место писания, откуда взята мысль. Надо 36 раз открыть Библию. То есть оно все необычное. Почему? А меня нигде не учили. Я как чувствую, так и делаю. А как проповеди готовят и учат в семинаре? На молитве. На молитве проповедь рождается. Вот я еще здесь не объясняю. Господи, владыка живота моего, молитва Ефрема Сирина. Когда я вел занятия в 5 университетах, то вступительное слово всегда было «Царю Небесный». Пропоем, а потом я объясняю молитву. И как-то я посмотрел, ну, по 20 минут в среднем, там, вступление было, ну, проповедь. И эту молитву я объяснял 60 дней, 60 проповедей на одну молитву. А учить, если где-то, как и надо учиться, конечно, семинария нужна, не для того, что сегодня академия, только для того,